Всем привет, с вами Клэр. И сегодня мы будем проходить уровни платформы, то есть просто платформер. Вот так вот нажимаем, и вот первая платформа, мотка какой-то. Сейчас будем его проходить, пытаться проходить. Так, ну, пока что все легко, в принципе. Кстати, уже 2.2 вышло, поэтому я думаю, легко будет проходить здесь. Блин, что это за самолетики, не понимаю. Блядь, 22%. Ну, кстати, хотите прикол? Уже 31. Блядь, сейчас, подождите. Да ё-моё! Типа, если мы умрем таким вот образом, то мы получим уже 39%. То есть это жестко, но все равно так. Блин, как забраться? Стоп. Вон, окей. Блять. Не, ну это чисто спидранд. Че, музыка такая? Как я не прыгнул? Или с платформы, что это за... Так, ну ладно. Или с платформы, да, очень похоже, кстати, на... так, ребят, сейчас пройдем быстренько. Все, ребята, отлично, мы прошли этот левел, очень был легкий, слишком легкий платформер. О, звездочки. Так, ребят, в принципе, это легкий, наверное, будет уровень, поэтому сейчас. Так, ну, блин, ну только не тряска, ну не люблю этот эффект. Ладно, похрен, на тряску. Мы ищем баги и т.д. Уф, это жестко. Так, ну и первый баг связан с тем, что мы можем спокойно вот тут. Ну типа, блин, ну... Обратный паркур, чек. И все, и мы оказались уже вот тут вот. Подождите. Чё? Это баг. Что тут, ну, тут... Ладно, короче, забираем монетку. Блин, и уходим отсюда нахер. Это халявность. А что там было? То, что я умер. Это было, блин, вот эта надпись, я умер, об надпись по-вашему. Гениально. Ладно, мы... Продолжаем, ну, блин, хотя бы на 23. Хотя бы на 23, хотя бы. Так, ну, мы пока что проходим. Так, ну, тут тоже все понятно, можно просто туда вернуться и все. Ну, мы все-таки будем правильно проходить, так что... Давайте все-таки проходить по правилам. Так, свинкоптеры я не очень люблю, потому что нужно такие маленькие клики нажимать вообще. А. Так, ну тут я просто зажимаю и готово. А! Люди, я Гитлер, я вернулся. Вам всем пиздец.
Не, ну, кстати, очень прикольный баг, ебать. Платформер 3D. Ну, слушайте, музыка из нового уровня, который потом будет. Сам платформер реально крутой. Не, ну реально такой уровень будет потом в следующих обновлениях. С такой музыкой. Номер 2, что это такое? А, это типа на роботе? Слушайте, тут тайминги, знаете, такие тяжелые все-таки. Как я вам должен, блин, вот тут пропаркурить? А реально это так легко? Все сначала, блин. Почему вы не могли сделать какую-то дорожку обратно, типа? Ну, ради прикола, ну просто, ну так это очень легко, блин. Так, мы дальше на самолетик, да? А как я вам там пропаркурю вообще? А, реально? Блять. Нужно тайминги, понимаете? Блин, тайминги словить. Не, все, это вес. Пренель с платформы. А, ну это чисто гребаный платформа, в котором хуй знает, что надо делать. Ой, я монетку собрал. Блин, все-таки не надо было это зелье поднимать. Ну, было реально плохим. В смысле, как я тебе... Так, ребят, забираем монетку. Надо нам еще пригодится. Фух, я без этого делю наконец-то. Так, ну, забираем так. И вроде бы как... Не надо зелья вот этого зеленого касаться. Блин, чуть не вздохнул, ладно. Охренеть. Тут ни хрена ничего не понятно, конечно. Сейчас просто какой-то огромный куб и все. Ну, типа и зачем? Типа и что это такое? Ну типа ладно, все равно, ну. Ой, я робот. Робот. А что так можно? Так, а что там? А там ничего, блин. Тогда нужно вот сюда, наверное, блядь, тут шипы. Мы шипы облизаем. Но достать мы так не можем. Так, вот, кстати, еще. А, бля! Все сначала придется проходить. Вы что, ребята, зачем вы так? Роптоп. Бля, это нужно было подольше задержать. Так, ну я вроде бы как-то вырываюсь, знаете, вперед. И прыгаю на вот эту хрень. Не, все-таки. Хреновый платформер. Так, и следующее это вот. Simple платформа. Так. Тут мы появляемся просто, и тут надо паркурить. Паркурщик тут нормальный, в принципе, легкий. Так что. Блять, что, блин? Да я там в шипы чуть не превратил. То есть не тронулся шипов. Так, ну, в принципе, легкий пролет. Тоже все легко. И неужели мы пройдем сейчас этот... Блять, ненавижу. Платформа 3D, что тут? А, ну это точно копия того платформа, на котором мы уже проходили. Так, вот эту монетку берем. Прыгаем сюда, 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 сюда. Сдирать палец. И готово. Ну, это нубы создавали сразу, понятно? Так. Вот, кстати, очень крутой нюанс платформы, наверное. Сейчас попробуем. Нет, ну, это реально круто.
Ты как я делал? Подождите, подождите, тут что-то не так. Да, я так знал, я так знал. Передаем его сюда, чтобы получить монетку. А потом с вот этим невидимым шапом мы отправляемся вот сюда. А как там? Кстати, интересно. Блин, так не работает просто. Ну ладно, окей, ребят, давайте возьмем быстренько монеточку. И все, и к дому уже. Внутри так нужно аккуратно подниматься. И все, я прошу. Так легко. Ну окей, в принципе, такой себе левел, но все равно. 3D2. Блять, вы заебали уже такие уровни. Мой патрон плюс 6. О! А, ты типа ебать. То есть, типа, левым наше положение лица. Не, ну, в принципе, нормальный такой уровень, да. Вроде два плеера с собой, вроде бы один. Платформер челлендж. Ну ладно. Хреновый челлендж, ну ладно. Так, ну тут, например, платформер левел. А что тут? А что, так можно было, что ли? Блин, ну почти, кстати. Не, ну, кстати, братан, ты не снял. Блин, ну почти, ребят, вы уже видели, почти просто... Блин, почти не считается, забыл. Да как я прыгаю перед собой? Хрен вот этим. Ты гигит, блин. А, чё, так можно было? Блин, почти. Ну, короче, хреново. Непонятно чё. Бил платформер. В чем прикол-то заключается? Чисто ты, блин. Ахак, залезь сюда. А как? Да невозможно платформа. Люди. Охренеть, кстати, платформа пипец крутой. Давайте пройдем его, отлично. Ладно. Ну что ж, ребят, на этом мы будем заканчивать наш видеоролик. Сегодня выйдет сразу две части этого видео. Ну что ж, а вы так или иначе подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Ну что ж, всем пока.